Спасибо, Илья. Медлин Икс. Помимо организаторов, нужно упомянуть еще двух информационных спонсоров. Это компания Netrica. И у нас был еще один информационный. Evercare. Спасибо информационным спонсорам также. Значит, у нас на конференции будет два трека. Основной трек, на котором вы сейчас находитесь, находится здесь. И есть еще один зал, где будет проходить практика по FIRE. Тот, кто хочет получить hands-on experience, понять, как строить системы на FIRE в жизни, обязательно посмотрите список докладов в другой комнате, будет очень полезно. Я хочу поблагодарить наших спикеров, которые приехали к нам издалека. В этом году у нас, по крайней мере, 4, наверное, спикера, которым пришлось получать визы. Я считаю, что это определенный дополнительный effort. Это Грэм Грифф, родоначальник FIRE. У нас среди спикеров есть Джош Мандел, очень известный человек в мире Health IT во всем мире, в Соединенных Штатах. Он участвовал за последние 10 лет, наверное, в 5-6-7 проектах, и, как ни странно, все они взлетели и стали очень популярными. Наверное, очень многие слышали про Smart on Fire. Симона Хекман будет вести Introduction to FIRE, введение FIRE. Она, можно сказать, специализируется на этом и ведет очень много таких лекций в Германии, в Европе. Так что если вот среди вас есть новички, те, кто хочет познакомиться с FIRE, обязательно посетите лекцию Симоны. Вадим Перетокин из Голландии, он из компании FIRELY. И компания FIRELY известна, в частности, своим профайлингом, инструментами Forge и Simplifier. И Вадим как раз будет рассказывать про профайлинг, профили FIRE. Так что это будет, думаю, тоже очень интересно послушать эксперта в этой области непосредственно. Я хочу сказать про двух спикеров отдельно из России. Это Александр и Николай. Выделить их... Потому что эти два человека, помимо того, что вот они продвигают FIRE в России, они очень активно участвуют в зарубежном, в мировом FIRE-сообществе. Так что эксперты есть на нашей земле. Вот. Так что Александр, Николай, обязательно посетите их лекции. Это наша вторая конференция FIRE Starter. Большое спасибо всем, кто пришел. В этот раз у нас ивент был sold out, да, то есть у нас 160 человек зарегистрировалось, это на 40 больше, чем в прошлом году. Да, у нас также в два раза больше международных спикеров, в прошлом году у нас их было 2, в этом году 4. Я хотел график нарисовать, но не хватило времени. Мы переместились в другой Museum of Modern Art, да, музей современного искусства номер 2, то есть у нас как бы был в прошлом году тоже в подобном заведении. Конференция обязательно будет третий FIRE Starter, если мы найдем еще один музей современного искусства. То есть это 100%. Хочется сказать, что между FIRE Starter'ами у нас есть FIRE активность. И вот есть два линка, они не очень сложные. Можно прямо сейчас, если кто-то не в курсе про эти линки, подключиться к ним. Первая группа – это FIRE Meetups. Это мы проводим митапы, в основном в Санкт-Петербурге. И, собственно говоря, там уже больше 200 человек. Тот, кто хочет активно участвовать, изучать FIRE, делать какие-то проекты с FIRE, просто работает с медициной, в здравоохранении, пожалуйста, подключайтесь, найдете для себя много чего полезного. И вторая группа FIRE.ru – это, собственно говоря, группа, которую мы создали для того, чтобы создать implementation guide, как это по-русски сейчас… Руководство для внедрения в России стандарта FIRE. Да? Стандарт FIRE, он очень гибкий, позволяет, собственно говоря, его кастомизировать для разных нужд.
Наверное, самая известная национальная имплементация такого, такой гайд, это вот US Core есть, где, собственно говоря, достаточно большая группа организаций собралась и создала набор профайлов для Соединенных Штатов. Соответственно, вот есть желание создать подобное руководство для внедрения для России. На самом деле открывает это огромные возможности. Наличие такого руководства по внедрению, оно позволяет вендорам, организациям его, собственно говоря, начать использовать. И это уже открывает следующий уровень интероперабилити. Да, то есть это не просто уже как бы регламентирует, что мы используем Fire, а уже каким образом мы его используем. Так что вот подключайтесь к этим группам. Я хочу рассказать со своей стороны, да, вот как добавить ценности к конференции, помимо приветствия, это, собственно говоря, про стандарт Fire и какие он открыл бизнес-возможности. Мой рассказ будет немножко с уклоном в сторону Соединенных Штатов, потому что я там живу и работаю, но так как стандарт международный, то, во-первых, можно учиться на уроках, собственно говоря, других стран, странах, на положительном опыте, на отрицательном опыте. И, собственно говоря, также находясь в России, разработчики могут разрабатывать приложения, системы на Fire, которые будут использоваться во всем мире. Поэтому думаю, что этот опыт, даже применительно к США, он будет все равно полезен и для российской аудитории. Вот между июнем, по-моему, или июлем 2018 года, когда была наша первая конференция, до 2019, что произошло со стандартом Fire за последний год? Во-первых, был выпущен нормативная версия R4, да, и сейчас идет разработка R5. То есть Fire перестал быть стандартом для пробного использования, да, trial use. А уже появились ресурсы, которые, часть спецификации, которая стабильна, которая не будет кардинальным образом меняться, на которую можно полагаться при построении систем, которые будут работать многие-многие годы. Во-вторых, за последний год, полтора года, целый ряд глобальных компаний подключилось к стандарту Fire. Да, они вот сделали то, что вот называется Interoperability Pledge. Они пообещали, что они будут принимать усилия для того, чтобы разрешить интероперабилити во всем мире, в Соединенных Штатах, и стали выпускать решения на Fire. Google, Microsoft создают облачную инфраструктуру на Fire. Apple сделал patient-facing, да, направлен для пациента API, чтобы каждый пациент мог загрузить свои медицинские данные в телефон. И сейчас, я не знаю, сколько точно они уже подключили организаций, на июнь 2019 года они подключили больше 9000. То есть пациенты в Соединенных Штатах могут, в принципе, очень оперативно получать свои истории болезней из госпиталей, из лабораторий, лаб-результаты, да, любые исследования на свои телефоны. И это, в принципе, как раз возможно стало благодаря стандарту Fire, благодаря тому, что медицинские системы в США построили API, которые можно использовать, да, на Fire. И сейчас это благодаря вот, руководству по внедрению US Core, потому что оно как раз и легло в основу этого API, который Apple использовал в Соединенных Штатах. Помимо этого, за последний год с небольшим множество проектов, множество национальных систем, которые используют Fire, имеют Fire API. Fire был самым популярным словом на конференции HIMSS. Есть ежегодная конференция HIMSS, которая проходит в США, которая собирает больше 40 тысяч человек каждый год. И вот на последней конференции HIMSS самое популярное слово, которое можно было слышать, было слово Fire. Это говорит о том, что трекшн, да, у стандарта совершенно сумасшедший. Вот. Ну и, соответственно, огромное количество проектов. Fire, безусловно, снижает цену разработки и
открывает доступ к данным. Как это влияет на IT-компании, на разработчиков? Создает ли это новые возможности для бизнеса? Да, создает. И вот я попытался проанализировать, какие бизнесы появились и какие возможности появились за последние несколько лет благодаря FHIRE. И на самом деле немножко трудно составить как бы приоритет. Вот, наверное, первые 2-3 бизнес-opportunity, они примерно равноценны. Да, ну вот первая бизнес-возможность, которая сейчас вот возникает, как раз в связи с тем, что все пациенты получают доступ к своим данным, это вот, собственно говоря, создавать бизнесы, направленные, работающие с пациентом. И, наверное, наиболее очевидным кажется, что можно создавать сервисы для пациентов, которые будут оказывать им всякие сервисы, но в силу того, что пациенты редко платят за приложения медицинские, есть кто-нибудь, кто вот платит в зале за какое-нибудь медицинское приложение на телефоне, не знаю, там 300 рублей в месяц, хоть один человек? Есть один человек, платит. Миша, потом я узнаю, что за приложение. Да, вот в США та же самая ситуация, то есть люди не хотят платить за приложения мобильные, например, там, или какие-нибудь программы для своего здоровья. Поэтому на более реальная бизнес-opportunity – это то, что не B2C, а B2C2B. То есть, например, вы как IT-компания оказываете услуги какой-нибудь страховой компании или госпиталю, помогаете им, не знаю, например, вовлекать пациентов в заботу о собственном здоровье в то время, когда пациент не находится в госпитале. Да, для этого вам нужно знать историю, диагнозы, медикаменты, которые пациент принимает. Да, и пациент вам дает доступ. Но, по сути, это ваша компания, это бизнес работает с бизнесом. То есть ваш бизнес работает с госпиталями, ваш бизнес работает с страховой, но как бы пациент разрешает эту работу тем, что он вот разрешает вам доступ к своим данным. То есть получается B2C2B. Вот. И это вот как раз в США, наверное, use case номер один. Еще в 2015 году вот появился законодательный акт, можно сказать, да, ONC, Office of National Coordinator. Это организация, которая в Соединенных Штатах регламентирует, как должны работать медицинские информационные системы, выпустила закон, требования, которые, собственно говоря, потребовал у всех систем, работающих для госпиталей и для врачей, предоставлять пациентам возможность получать свои данные через API. И этим воспользовался Apple, предоставив Health Records API. Месяц назад где-то появился проект, который называется The Commons Project. Это университет Сан-Франциско и еще ряд организаций делают аналогичный проект для телефонов Android. Похожий, в принципе, API сделан Blue Button для пациентов страховой компании Medicare. И, в принципе, сейчас есть в проекте следующий rule, да, следующее требование от тоже ONC и CMS, которые еще дальше продвигают, собственно говоря, вот, увеличивают набор этих API и пытаются обеспечить прозрачность для пациента, легкую возможность ими воспользоваться, этими API. Это первая бизнес-возможность. Вторая бизнес-возможность связана с тем, что FHIRE дает возможность расширять уже существующие системы. Иногда это какая-то legacy-система, то есть в принципе, может быть, старая система. Может быть, это современная достаточно система, но написанная без мысли о FHIRE, да, и без мысли о том, как она будет расширяться. И есть, соответственно, возможность добавить, дополнить legacy-систему, построить слой API-фасад на FHIRE и начать подключать к ней свои разработки, новые приложения или приложение от сторонних организаций. Самый, наверное, яркий пример – это, собственно говоря, магазины приложений Smart on Fire.
И Джордж Мандел был главным архитектором в компании Smart Platforms, которая, собственно говоря, этот стандарт и продвигала, придумала и привела на рынок. И сейчас уже вот, в принципе, во всем мире это Epic и Cerner, это мировые лидеры информационных систем, и в США они тоже наиболее распространены. У них появились App Store, магазины приложений Smart on Fire. Причем, да, вот преимущество использования стандарта, то, что когда разработчик пишет приложение там, для Epic, он точно так же может поставить его в магазин Smart on Fire компании Cerner, в магазин Smart on Fire Meditech и так далее. Это бизнес-возможность, она на самом деле обоюдовыгодная. Она выгодна для маленьких компаний, которые хотят достичь рынка быстрее, хотят разместить свое приложение, предложить свое приложение госпиталям, врачам. Оно также выгодно и для производителей самих медицинских информационных систем, потому что, собственно говоря, таким образом они могут reinvent, да, изобрести себя еще раз. То есть они могут трансформироваться в платформу, и когда приложение уже само по себе не может удовлетворять одно потребности всех пациентов, да, всех своих пользователей, всех своих врачей, с помощью такой экосистемы приложений, построенных поверх HR-системы, они могут достичь этого результата и таким образом получить больше рынок или остаться на рынке, да, с которого они могли бы быть вытеснены более гибкими конкурентами. Третья бизнес-оппортюнити – это, собственно говоря, создание новых систем на Fire. И про это, в частности, у нас есть целых два доклада, я видел. Один из них вот от Николая. Мы называем это в Health Samurai подход разработки такой Fire First. То есть когда Fire используется не только в качестве инструмента для общения между системами, когда он используется внутри новой системы. У такого подхода на самом деле масса преимуществ. То есть система, которую вы пишете, она становится interoperable, да? То есть она может общаться с другими системами сразу, для этого не надо предпринимать никаких дополнительных усилий. Вы можете привлекать инженеров, у которых, может быть, нету знаний в медицине, но спецификация Fire помогает им принимать правильные решения, они быстрее разрабатывают, используя знания, которые предоставляет Fire. И если вам, например, нужно расширить команду, намного проще привлекать новых разработчиков, потому как если все сделано по Fire, у вас есть очень хорошая документация вашей же системы. Да? Соответственно, вот кому это интересно, обязательно послушайте доклад Николая. У нас в нашей компании Health Samurai мы разрабатывали, по крайней мере, несколько специализированных EHR-систем, систем, которые работают с medical records, да, с карточками пациентов. Разрабатывали системы для координации лечения, разрабатывали системы для биллинга, используя вот такой подход, используя Fire как основу для создания новых систем. И кроме нас, я знаю достаточно много примеров, люди делают то же самое. Иногда они используют внешние Fire сервера, то есть обращаются к таким компаниям, как мы. Очень многие компании используют Fire как основу для своей системы, при этом они не покупают Fire сервер, они просто смотрят на спецификацию и используют ее вот до какой-то степени. В любом случае это оказывает положительное влияние. Четвертый бизнес-кейс, про который хочу сказать, это аналитический use case. Если вот, например, опять же посмотреть на рынок США, то на сегодняшний день 90% госпитальных систем имеет Fire API в Соединенных Штатах. И порядка 70% систем во врачебных офисах.
То есть люди, системы, которые, собственно говоря, создают вот эти вот медицинские данные, они уже сейчас умеют их отдавать в формате FHIR. Поэтому огромное количество данных производится в этом формате. Соответственно, задача аналитики, она всегда стояла очень серьезно в медицине, в здравоохранении. И если можно построить хорошую аналитическую систему для обработки данных, не трансформируя их в какие-то другие форматы, то вот, соответственно, почему бы это не сделать? Поэтому это очень хороший бизнес-кейс. На самом деле, мне кажется, нету сейчас никаких лидеров на рынке, которые сделали конечный продукт, который работает с данными по FHIR и дает хорошую аналитику. Есть проекты, которыми занимается наша компания для этого, есть похожие проекты у Cerner, у Google. FHIR в версии R4, которая вот стала нормативной в 2018 году, в декабре, появилась часть API для того, что называется Bulk Data API. Да, то есть возможность доступа к данным не попациентно, а сразу к большому количеству данных, там асинхронные запросы, и можно, соответственно, вот выгружать данные из систем в большом объеме, что тоже позволяет, опять же, расширяет возможности для аналитики. И последний бизнес-кейс, да, который хочется вспомнить, это, собственно говоря, сами инструменты для работы с FHIR. FHIR стандарт еще очень молодой, да, нормативная версия появилась только в прошлом году, в конце, и еще очень-очень много возможностей. То есть можно писать FHIR сервера, редакторы профайлов, различные тест-сьюты для performance, для compliance, можно писать различные адаптеры для конвертации, можно заниматься разработкой каких-то доменов, да, то есть вот для каких-то специальностей, для работы с различными регистрами иммунизационными, vital, да, там, рождение, смерть там, и так далее. То есть огромное количество доменов, и, соответственно, можно везде приложить свою руку. То есть, в общем, подводя итог, хочется сказать, что FHIR исправляет, собственно говоря, улучшает healthcare, health IT, да? Создает новые возможности для бизнеса, позволяет инженерам из разных стран, из России, из любой другой страны создавать решения, которые можно использовать во всем мире. Да? То есть разработчик в России может создать решение, которое будет работать там в США. И я, собственно говоря, призываю всех подключаться в FHIR Community, изучать FHIR, использовать FHIR и в следующие 2 дня получать удовольствие на конференции FHIR Starter. Еще раз всех приветствую. Спасибо.